Привет, дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Сегодня у нас будет серия, долгожданная серия по игре Paladins. Я думаю, что старые мои подписчики понимают, что это за игра, а новоприбывшие не совсем, ребятки. Ну, это, можно сказать, игра, похожая на Overwatch и похожая на Team Fortress. Ну все, поехали, ребятки. Я зашел и посмотрел, что добавился новый персонаж. Как только я зашел, ребята уже начали приглашать в каточку. Ребятки, я, конечно, вам благодарен, что вы не забываете, знаете, кто такой Воблер в игре Paladins, но не всегда есть время поиграть с вами. Итак, у нас есть новый персонаж, бесплатный, по имени Тайра. Мы сейчас пойдем в каточку, посмотрим, как она вообще играет. Это такой мой будет первый взгляд на этого персонажа. Что касательно навыков, я уже рассмотрел. То есть какая-то тёлочка, у нее есть автомат, какой-то калаш. Очень быстро стреляет, есть подствольный гранатомет, есть, ребята, бомба, есть огненная бомба, тут метка охотник, огненная бомба и перекрестный огонь на Ешку. Сейчас мы все посмотрим, как это работает, и пойдем. Что касается конфигурации, я не захотел идти со стандартной и склепал какую-то такую вот свою. Как она будет работать, черт его знает. Сейчас пойдем в каточку и посмотрим, ребятушки. Итак. Поехали. Как давно я не играл в замечательную игру. И, наверное, это у нас будет свободный режим и осада. Тут я люблю такие вот длинные режимы. Сейчас, ребята, пойдем посмотрим, как тут что воюется, как тут вообще происходят бои. Я, по-моему, заходил в какую-то группу по игре Paladins, и там было написано, типа, что как только персонаж вышел, а уже там кто-то успел дозадротить ее до какого-то самого высокого уровня. Но... Так, и знаете, что самое главное? Теперь самое главное выбрать этого персонажа, потому что я не знаю, где она находится. Где она тут, в какую сторону тыкать, ребята? Куда тыкать, чтобы выбрать эту подругу с автоматом? Да, это, можно сказать, сестра Виктора. Может, она дальняя родственница. Ох, не нашли мы еще человечка, чтобы он смог пойти с нами в бой. Ну да, час ночи по Москве, видно, люди спят уже. Но ничего, сейчас мы найдем... Кто еще с моих подписчиков играет в игру Paladins, обязательно пишите в комментариях, чтобы я знал, как вы вообще тут... Сколько вас у меня на канале осталось, выжило после того, как у меня месяц не было роликов по этой игре. Я думаю, что, возможно, в будущем игра Paladins вернется только в качестве стрима. То есть стрима, возможно, с подписчиками. Вот так вот. Дело чисто по ней ролики, ребята. Ну, тут и ничего нету. Тут, что тут, гайды какие-то? Что тут гайды? Гайды на карты, это тоже бредятина тут, ну не знаю, выбирайте карты, те, которые подходят под ваш стиль игры, да и все. Ну что, надеюсь, что мне в этот раз повезет, и мы клацнем. Ну давай, дружище, найди, давай, встань, клацни, и пойдем в каточку, потому что практически 2 минуты ожидания. Где она, вот она. Тайра. Тайра, все, Воблер один, я выбрал, ребята. Знаете, я своему персонажу купил скин, очень крутой, вообще, кто заметит скин, пишите в комментариях. Ладно, это ну расскажу я вам, ребята, это вот эта вот резиночка. Резиночка, ребятушки, по-моему, за 4500 монет. А там есть разные цвета, есть там зелененький цвет, я себе розовый, ну, коль у меня девушка. Персонаж, значит, что-то у нее какие-то царапины на руке. Ну, бицуха такая есть, видите, вроде бы такая качалась. Тут царапина, тут царапина. Или это она разрисована какая-то непонятная. Вот как раз Виктор у нас, Макоа, Дрогоз, Шаман. Ох, ребята, как давно я не играл в Paladins. Ай, не представляете. Так, ну что же, мы тут надо попробовать, что мы можем. У нас, ага, мы выбираем сразу. Так, мы выбираем колоду карт. Что мы можем? Ух ты, она с глушаком? Не глушитель, что ли? Ага. На левую кнопку мы стреляем. На правую подствольный гранатомет, который, кстати... Что у нас есть? Кьюшка. Ага. Кьюшка вроде бы не... Ого! Это мы бросаем жидкость, и враги теряют 9% за 0,6 секунды, насколько я прочитал. И афечка, что это у нас? А чё эфочка? Чё, эфка, ты чё? Непонятно, чё с эфочкой. Ай, мы же должны еще тут закупаться, ё-моё, мы же должны закупаться, представляете? Ну, давайте, наверное...
Вот так вот, насколько я помню, да? Побежали. Ух ты, какой у нас плащ, слушайте. Это шкура медведя, еще и сзади голова. Ничего себе. Так. У-ху! Так. О, я вижу. Ух, пошел замес. Слушай, ну это прям Виктор. Виктор. Попали. Бросаем. Мако. Ах, ну я дал залп, как бы по Мако, видели с гранатомета. Ну, что-то... Да. Наша команда уже не берет точку. Не берет точечку. Мы просрали. Просрали телегу. Ну, что вам скажу, необычно она как-то постреливает, и поствольный гранатомет — это круто, вот просто круто. Виктор гранатами всех задолбал, это, мне кажется, вообще будет имба жесткая, потому что... О, кто-то еще горит. Ну, сейчас сзади. Хилочка. Ого, на меня хилочка напала? О, чувак с дробовичком. Убил, представляете, убил, гаденыш. Да, ребята, вот что означает, когда долго не заходишь в игру, уже немножко скилл теряется. Тут больше места. Ну ничего, сейчас мы постараемся наверстать упущенное. Но я вижу, мы в этом бою немножко проигрываем, потому что наша команда... О, давайте друга заубьем. Отлично. О, у нас ешка есть, что мы можем? Ого! Охереть! Вот это у нас... Вот это мы можем. Нас убили. Ну, ешка вообще была безумно. Видели? Мы строчили как с пулемета. Фу-ху-ху. Кстати, я когда зашел, пытался его и купить. То есть она же не поняла, где здесь покупка. Слава богу, мне написали подписчики. Я пишу, говорю, как купить персонажа? А они пишут, не помню, кто писал. Говорит, так она же бесплатная, воблер. Просто обычно нового персонажа нужно покупать. Да, быстренько мы всрали, ребята, дважды, представляете? То есть, первый раз, когда мы упустили захват телеги, а второй раз, когда мы не дали врагам, как бы наоборот, дали врагам дотащить ее сюда. Да, вот такой вот быстрый бой, шаман богу молится. А, мы же можем еще здесь, ребята, на ИП что-то купить. А что мы можем купить? Ну, давайте мы вырвание жизни возьмем, да? Что там другие игроки взяли? А, такую же дичь всякую. Так, ух ты, какие лошадки у них с огненными ногами. Давайте мы сейчас сразу мы кинем. Да задолбала, Макова, то иди ты. Блять, ты посмотри, как убила нас быстро. Кстати, видите, нас очень быстро убивает в ближнем бою. То есть надо держаться где-то позади. А, меня еще, походу, этот убил. Жулик, который. Угу, ребятушки, я понял, нас убил. Пипа. Пипа, насколько я помню, его зовут Пипа. Пошли в жопу. Так, Мако. Бьем. Тру, Мако. Оху, Мако на нас прям идет. Ты посмотри, убила что ли? Не убила. Ой-ой-ой. Убили. А кто меня убил? Подождите, а Дрогус, ребята, Дрогус взлетел, и он ракетой шмальнул по мне. А, ну да, там, понятно. Он целый барабан меня выпустил. Ясен пень. Да, вот такое вот знакомство с персонажем сразу в каточке. Так. Пошли нахрен. Дрогус взлетел он, чтобы не поджариться, да? Оооо. Ой-ой-ой. Мако, смотрите, она сразу нас бросает. А, это метка охотника. Слушайте, я про нее даже забыл. А тут, вы знаете, как-то она так стреляет, что... О, как с пулемета. Ах. С нее еще попасть надо, я вам скажу. Да, ребятки. Вот это мы дали жару, вот это мы всрали. Посмотрим. Ну, наша команда вся плохо сыграла.
Тут уже мы ничего не сделаем. Ух. Поражение. Что это было, я даже не знаю. Это было поражение, вам скажу. Топ-игрок. Да-да-да, я знаю, кто топ-игроки, блин, показывается. Плюшевая Мако с какими-то бешеными глазами. Она так нехило, конечно. Ребята, рубила, вам скажу. С крючком дергала, дергала. И шамана дернула. Тут лучший момент показывается чисто. Угу. И давайте командный результат посмотрим. Что у нас по очкам получилось? 26 тысяч, слушайте, я в шоке. 26 тысяч, 6 смертей. У меня 4 убийства. Время цели. Смешно. Вот, ребята, наша команда плохо сыграла. Вот, видите, Макоа. Ну, шаман ясно тут. Дрогос. Даже я ни хрена не успел поиграть, и тот. И то надамажил. Что касается персонажа. Интересный персонаж. Вот просто интересный, но вот к точности не совсем могу привыкнуть. Вот как-то играется, ну не знаю, непривычно на самом деле. Очень непривычно, ребятки. Ну что, давайте еще раз пойдем в бой. Посмотрим, что у нас получится в следующем бою. Может, все-таки нам повезет с командой, потому что вот зашел, хочется еще попробовать. Как бы однокаточка. Это не совсем показатель, но непривычный геймплей у нее, непривычный, да, такой. Просто у Виктора, когда целится, я вообще у Виктора от бедра никогда практически не стреляю. Обычно как бы нажимаю на правую кнопку и как бы, да, в такой вот в прицел. А тут она на правую кнопку кидает чисто гранатомет. Стреляет гранатометом. И приходится от бедра бить. Вот так вот, ребятушки. Так, ну что мы тут сейчас? Тут еще какие-то скидочки есть, да, походу? Это уже Open Beta 40. По-моему, я на 37-й последний раз играла здесь. У нас какие-то подарки. Угу. Лук можно выбрать. Ух ты, оленя, голова оленя. Шапочки различные. Это для Пипы, чувствую. Ствол это для ведьмы. Ага. Понятно. Что с, по поводу аккаунта? Это можно у нас все включить, если надо. Так, ну что у нас, как всегда, ожидания. Ух ты, коллекция. Вы посмотрите, что у нас есть тут. Так. Ведьме, как всегда. У ведьмы дофигища красивых нарядов. Вот, есть и такой, есть и такой. Да, ведьмочка, конечно, не обделена нарядами. А что остальные у нас герои? Это видел, кстати, снайпершу. Я видел или не видел? Понятно. Смотреть. Черный лед. Черный лед. Да, прикольно смотрится. Так, и вот новогодняя, да, такая вообще разрисованная, прям как будто новогодние конфеты какие-то. Под елку ее засунуть. Персонажа под елку. Слава богу, а я думал, матч вообще никогда не начнется. Поехали, взяли Тайру. Тайра. Ребята, ну что, давайте каточку номер 2. Может, все-таки будет у нас реабилитация, и у нас получится намного лучше, чем в прошлый бой. Да, где мы ничего не надамажили, нас жестко убивали. Просто если бы немножко команда, как бы, у нас чуть-чуть лучше играла, вместо меня еще другие, то и у меня бы чуть-чуть лучше получалось бы. Ну, то, что персонажи очень много дамажит, мы уже увидели. То есть она смогла набить без проблем 26 тысяч, при том, что 6 раз сдохла. Вообще замечательно. Что у нас есть? У нас есть Шалинь, Дрогус, Танк, Гровер и я. А у них что? А у них Иви, Пип, Барик, Кинесса и Виктор. Да, Виктор, Виктор, Виктор. Дубалон с квадратным лицом. Рыбный рынок, ребята. Ну что, рыбный рынок под Новый год как раз. Селедочка. Селедочки закупим на рынке. Сделаем шубу. Кто любит шубу, пишите в комментариях. Да, вот новогодний праздник. Будет оливьешка, шуба. Крабовые палочки, салат. Куча всего интересного. Так, мы, наверное... Так, что у них под, по персонажам? Ага, угу, угу. Блин, тяжелый выбор на самом деле. Ну давайте мы тогда возьмем вот такой вот противоударный щит по области. Коль у них персонажи будут бить по области, это у них будет Иви бить,
будет Пипа бить. Ну, Барик, Виктор, снайпер, что-то такое. Ну, давайте. Посмотрим, что у нас там. Пусть у нас здоровье 2200. Прям как у Виктора, слушайте. Прям сестра Виктора. Выход из сети. Давайте сейчас побежим сюда, посмотрим, кто тут у них будет. Давайте мы сейчас тоже кинем. Наши начали кидать что-то на центр там, да? Давайте прикроем нашего танка. Мы кого-то уработали. Что, нас замедлили, да? Откуда? Где враги? Где враги? Вот, Виктор. Виктор уходит. Убрали Виктор. Отлично. Слушайте, еще нормально. Мы сейчас захватим тут. Гори. Сгорел, бля, парень. И турель его сгорела. Слушайте. Охренеть. Слушайте, вообще, это имба какая-то. Еще одну имбу добавили. Охренеть. Гори нахрен. Ай, убили меня. Я прям вообще, вы видели, в центре хожу такой. А кто меня убил, кстати? Я вроде бы по области сделал. Все-таки Пипа взял, видели? Пипу вообще сейчас во вражеской команде замечательно дамажить, потому что мы в центре все стояли. Ну, ребята, слушайте, нормально. А, я не закупился, слушайте. Я не закупился на базе. Ничего. Ого, а как? Куда снайперша? А что, туда можно заходить? Это новая какая-то нычка? А она, наверное, перенеслась. Охренеть. Ну ладно, пусть она там бегает, ребята. Она просто на себя отвлекает внимание, а мы давайте будем таскать телегу. Охренеть, кто меня? А, Виктор еще, ведьма и Виктор. Ого-го, как неосторожно, я вам скажу. Ведьма тоже меня не ожидала, мы просто на снайпершу отвлеклись и просто потеряли, скажем, чувство ориентации, где вообще находятся враги, где мы, кто вообще на карте, где расположен. Давайте мы сейчас постараемся толкнуть. Варик там турели нахрен наставил. Ай-яй-яй, убили. Очень быстро убивает. Ведьма сзади убивает. Что-то нас поодиночку рубят, ребята. Вы посмотрите, меня сейчас вырубили, там еще кого-то. У меня ульта заряженная. Снайпершу вырубили. Снайперша, он вражеская, вырубленная, потому... Ну, мы что-то жестко сосем, как говорится, и ничего не можем сделать. Пошла нахрен. Блин, сзади Виктор зашел. Охренеть, как так? Прям сзади. Вы посмотрите, сзади бежит такой, сзади не охеревший. У меня мало здоровья, меня в первую очередь вырубил. Я даже не успел ульту юзнуть. Хорош, кто-то ульту применяет у нас. Да, ребята, мы не сможем дотолкать телегу. И каким-то чудесным образом мы ее взяли. Пошла нахрен. Барика добрать хоть, а? Где Барик? Ну, я его что, не доберу? Да, елки-палки. Ладно, давайте закупимся. Что у нас еще есть? Давайте возьмем... Так. А что мы можем? Мы можем чуть-чуть улучшить, да, чтобы у нас чаще были наши гранаты. Подствольном гранатомете. И будем постреливать. Так, что они купили? Защиту бы они все такие против щита взяли. Один взял. А Дрогоза взял Виктора. Смотрите, видно Виктора. От Дрогоз жестко мучит наш. У меня ульта осталась. В принципе, можно юзнуть. Сейчас, как всегда, пойду на левую сторону. Может, кто-то там будет. Потому что они могут сзади зайти. Пошла нахер. Где она? Да ты посмотри, быстро как вырубил. Что, видимо, за снаряды? Как она так стреляет? Какими-то огненными шарами, что ли? Это мне они показались огненные шары.
Представляете, я даже ульту не могу свою юзнуть, потому что я не вижу удобного момента. Очень быстро убивает. Очень быстро убивает. Ага. Они берут. Кто там? Давайте мы тоже станем, постараемся хоть таким вот образом. Пошел в жопу. Бляха-муха, ты посмотри. Кто мне еще? Турель вырубила, видно? А, турель, наверное, тоже по мне била. Да, турель, турель меня в спину. Вот гадина, слушайте. Да. Ульта моя. Они захватили. Вот будет смешно, если они еще и дотолкают. А, ты ульту юзнул? Вовремя ульту юзнул, я вам скажу. Просто вовремя. Нашел, когда ее слить. Кто там у нас? Шалинь? Шалун шалит? Где она? Где? Где она? Вообще не вижу. Так. Идут они, идут они. Ого, у них вся команда там идет. Нихера себе, Пипа вырубил, слушайте. Она какая-то медленная, она медленно передвигается, и у нее никакого ускорения что нету. Медленный персонаж. Дотолкает, по-любому чувствую, дотолкает. Пошел нахер. Турель хотел всунуть у шлепок. Кто тут еще? Пошли в жопу. Вот он, блядь, сзади, сзади, Виктор. Двоих вырубил. Слушайте, тихонько, с-под тишка подкрался. Вот видите, как у Виктора, он сразу прицел берет, ему удобнее постреливать, чем нам. У нас... Зато у нас больше вооружения, у нас есть и граната, и огненная, да, и поствольный гранатомет. Смотрите, ах ты, сука. Виктор бегает, видели? Он на себя чисто внимание отвлекает, ребята. Да елки-палки, в курей превратили нас. Бьемся, бьемся. Сверху, сверху кто-то бил. Очень разброс, блядь, бешеный. Ведьма быстро, быстро, такая жесткая, скоростная ведьмочка. Она тоже будет тут бегать. Не пустим, бля, никого, стоять. До конца. До конца стоим, бля. До конца ушлепки. Мазафака, защитили, ребята. Просто жестко защитили. Я хренею. Так, мне надо что-то взять от ведьмы, потому что они меня мучают. Кстати, а как у нас зарядочка? Давайте мы зарядку возьмем. А у нас хватит вообще или не хватит? Хватит. И тут мы возьмем. И тут мы возьмем. Чтоб Пипа по нам не так бил. А вместе с ведьмой. Серия из 5. Ну, 8 смертей. 8 смертей, ребятушки. В конце мы, конечно, начали жучить уже их. Они начали... 2-2. Эта каточка намного сложнее сейчас у нас будет. Поехали. Так, Тайра. Тайра, 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 Тайра. Давайте мы сюда пойдем. Ах ты, сучка, вон смотрите, где она засела. Вот у нее позиция, да? Вы видели, где она тусуется, ребята? Пошли нахер. А здесь стоять, чтобы снайперша нас не могла достать. Так. Сзади сейчас кто-то может зайти, да? Пошли нахрен.
Да ёлки-палки, не успел ульту юзнуть, ты посмотри, сразу вырубил. Ведьма, ведьма. Неплохо, я вам скажу так-то, ребятки. Ведьма рубанула по мне. Там еще у них и дрогос летающий, вот хер. А, сверху. Нет, это наш дрогос был. Я в дерево уперся. Но, нет, ну что же вы, пока стояли на базе вдвоем. Пока не смогли брать, тут уже... Да ты что, нет, мы тут не победим ни хрена. Только отошли чуть-чуть уже, они уже сразу на нас. Пошла в жопу, ведьма тупорылая. Шалинь. Так, заряжаем. А у нас перезарядочка быстрее, да? Пошел в жопу. Вот так вот. Откинулся, да? Отлично. Так, о, ребята, да я понял, перезарядочку надо было качать нам. Пошла в жопу. Вот так вот, красавица. А ты красавица, ты мне нравишься. Кто тут? Кто следующий? Подходи. Угу. Да, мы уже прокачались, дружище, мы уже будем рубить. Смотрим, смотрим, чтоб сзади никто не зашел. Пошла нахрен, а тёлку убил. Да, убил, блин, ведьмочку, ребята. Ведьмочку на метле. Уработал, а? Сдохла. По красоте, слушайте. Мы не дадим им дотолкать телегу. Это я вам обещаю, просто. Смотрите, пока держал, нормально было все. Сдох, они уже притащили. Я не удивлюсь, если у меня еще по урону будет нормальная тема стоять. Так. Так. Кто там у них? Не подпускаем никого. Телегу даже обратно можно оттолкнуть. Так, давайте посмотрим отсюда. Никто тут не заходит у нас. Гори, падла. Гори. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Ага. Да, да, да. Хрен вы возьмете. Надо нам перезарядку, ребята, качать. Перезарядка — это жесть. Нам надо еще разочек качнуть, и они будут все в шоке от нашей перезарядки. Больше нам нечего качнуть. Хм-хм-хм. Я вам скажу, персонаж, блин, а, да, тут именно перезарядку здесь нужно качать, как и Виктор. Нормальную перезарядку качаете, и все вообще на изи. Ого-го. Ну, я горю в ней? Я ему не могу гореть, что я здесь лечусь на базе, как бы. Кстати, а почему у меня так долго на кьюшке перезаряжается, я не понял. 9 секунд, что ли? Что за бред 9 секунд? А, 16? Как сесть на коня? Как сесть на коня? Отлично. Это я только мог просрать коня, ребятки. Интер уже юзнул свою ульту. По красоте, конечно. Охренеть, что он включил? Что это за волк был? Как он меня вырубил? Чем он меня вырубил? Чем меня вырубили? Офигеть, что это было, ребята? Турель пометил или в чем прикол? Мы продулись. Сейчас, если они возьмут базу, то все. Да, у нас вся команда умерла. Да, можно не бежать уже все. Можно все. Овертайм, Дайли? Да вы что гоните? Какой овертайм? Там у них вся команда. Да, да, да. Даже один я бы не удержал. Вот такой вот, ребята, был бой. Сейчас посмотрим на результаты. Перс мне вообще понравился. Топ-игрок Воблер, прошу заметить.
даже сейчас покажут какой-то интересный... А, это я когда тут уже разошелся, да, я начал их уже прессовать. Тут они горят, тут они вообще дышат. Одного. Второго. Ведьму, третью. Вот это и все. Хороший перс, ничего не скажешь. А вот что у нас касательно... Мы набили 42 тысячи. Дерево 42, 47, 60. Все нормально набили. Руку, правда, у нас что-то маловато, но он танковал. Но у них еще больше набили. Ребята, и смогли выстоять. Вот такой вот персонаж, ребята. Ну-ка, я уверен, что если вы играете в паладин, то вы в курсе, как он играет. Пишите обязательно в комментариях, как он вам нравится. Нет, мне кажется, это реально имба. Просто к нему надо приловчиться и понимать, что прокачивать. Вот здесь обязательно, мне кажется, надо перезарядочку. Два раза, как и Виктору, и будет все на изи. А с вами был Воблер, игра Паладинс. Спасибо, что смотрели. Удачи и пока. Тайра.